Зачем я сюда встал? Чтобы оказаться выше? Нет. Спасибо за участие, мистер Далтон. Я встал на стол, чтобы напомнить себе, что надо смотреть на вещи с разных точек зрения. Отсюда мир кажется совершенно другим. Если не верите, попробуйте сами. Давайте. Давайте. Когда вы считаете, что в чем-то разбираетесь, постарайтесь посмотреть на это с другой точки зрения. Даже если это покажется глупым или ложным, вы должны попробовать. А когда читаете, пусть вас не заботит, о чем думает автор. Главное, что думаете вы. Ребята, постарайтесь обрести собственный голос. И чем дольше это откладывать, тем менее вероятно, что вы вообще его обретете. Таро сказал, большинство людей проводит жизнь в тихом отчаянии. Не поддавайтесь этому. Нужен прорыв. Не прыгайте с обрыва, как лемминги. Оглянитесь вокруг. Отлично! Так держать, мистер Приске. Спасибо, да. Наберитесь смелости, отыщите новый взгляд.